хотел пообщаться со мной или с Макс Про и другими моими подписчиками, то запиши свой номер в комментариях, и я тебя добавлю в нашу группу Viber. А если у тебя нет Viber, то просто скачай в Play Market. Ну что же, всем привет, ребята, с вами, как всегда, Frost, и сегодня мы продолжаем играть в SkyWars на сервере GreenVix. Здесь произошла вот такая обнова, вообще очень круто все сделали, я думаю, они это всегда очень сильно стараются, вот как видите. И как всегда набираем 10-11 лайков, подписываемся на канал, пишем крутые комментарии, пишем свои номера телефонов и погнали. Ну вот я и зашел на первую, на опаснейшую карту. Ну и погнали первый раунд тащить. Остается всего лишь 10 секунд до начала. У нас набираются игроки, все время набираются игроки, и все уже 9. Карта Mirage, как я понял, да. Так, где ли скорости? Она нам пригодится. Достаточно. Очень круто. Так, залутались, сразу бежим. А что не надевается? Так. А, точно. Все, ботиночки. И давайте быстрее сломаем этот сундук. Так, штанишки. Достаточно вообще неплохой. Лут. Так, не застревай, ну что ты делаешь? Ну и меч тоже хороший. Ах ты, посмеял лутаться. Ух ты, ух ты, ух ты. Так. Тут игрок куда-то вообще убежал, не знаю куда. Ну, явно. Надо выпить зелье регенерации. Так. Давайте, в принципе, здесь залутаемся. Надо следить за всем. И надо выбить себе хороший меч. А то вот таким вот. Вообще нет меча. Ну, сейчас у нас сундуки будут перезаполнены. Так, смотрим. Да это нам тоже хорошо будет. Хотя бы железку какую-то. Там у меня насколько защита? Здесь защита 1. В принципе, да. Какой же лут, и тот убежал игрок куда-то туда, что ли, или чё? Или он просто упал? Вот это вот я не в курсе, но мне выпал алмазный меч на отбрасывание, это очень круто. И давайте, в принципе, уже куда-то идти, но я не знаю даже. А может, он просто присел на шиф, потому что я видел, как он, вряд ли он куда-то упал, и... не знаю. Если что, закроем здесь, чтобы он не смог меня скинуть сзади, а походу он там. Или нет. Потому что прям молния куда-то сюда ударила, а как знаете, молния это прям направление. Да, видите? Вот у нас здесь лут хороший. Мы его оденем. Вот такой вот у нас лут. Ну и, в принципе, мы ушли, я знаю то, что он там. Мне кажется, он там. Неужели его там нет? Не. Ну тогда где? Нет, его там нет. Ага, ну ок. О, господи, этот игрок строится и строится. Ну, что тебе надо? Что тебе надо? Давай до сюда. Я тебя так сильно сейчас прям... Надо, главное, сейчас его убить.
У него там хорошие, наверное, вещи. Ну, вряд ли. Они даже хуже, чем у меня. У меня зачарованный нагрудник, и еще непонятно, какой у него меч. Так что вот. Ну, что ты... А, вот, у него тоже алмазный меч. Давай, 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 поймай меня. Читер, 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 читер. Комбешка, комбешка, комбешка. Победа! И мы победили. Ну и погнали в следующий. В принципе, я даже не ожидал то, что мы выиграем. Да. Так. Пока берем, что есть. Так. В принципе, фигня лут. А, это классический, что ли, или что? Да, это классический, это не королевский, так что... Лут... Ладно, нормально, нормально. Хотя бы алмазный шлем. Охереть, у него там алмазка. Не, я к нему не пойду, а того, походу, просто он упал. Ну что за дебил? Я бы с него сейчас убил. Да как это работает? Вот как ему повезло так, и он упал еще. Ну блин, ну что все падают как дебилы какие-то. И я дебил получается. Ну в принципе главная победа. Мы победили один раз. Это уже такое достоинство. Завалили такого крутого игрока. Как бы равного мне. Ну, там у него нагрудник не был зачарован, но у меня тоже там какую-то фигню был зачарован. Так что... Вот. Так, зелье силы вообще прям как раз. Оно нам очень сильно нужно сейчас. Чтобы побить игроков прям хорошо. В прошлый раз попались нормальные... Эти, как островичи, земляки, так как это сказать-то. И они не нападали и вообще долго лутались на своем острове. Он тут тоже сидит там. Спрятался. А вот это вот мне нравится. Вот это вот я по-настоящему ценю. Ну что они там присели? Тут не знаю кто. Так, убиваем. Не надо зелье регенерации. Тише, 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 тише. А хотя у меня есть тотем, тотем. Блин, меня скинули. Ну, скинули, скинули. Ничего не поделаешь. Ну, и это наша последняя кадочка. Где мы вряд ли уже затащим. Потому что игроков у нас нормально так. Ну, в принципе, нормально. И у нас сейчас пошли игроки очень сильно в конце. Ну, о май гад, это фантастика. Даже не хочется туда и лутаться, потому что надо быстрее бы тпхнуться кому-то и разрушить им лицо. Нормальный лут. Для режима королевский вообще просто офигеть, какой крутой лут. Ну окей, всегда на этой карте плохой лут. Отбрасывание, 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 да чё? Пожалуйста, будь там игрок. Или тебя, что ли, покрашить? Ну-ка тебя. Ой, не-не-не-не-не, потише, полегче, полегче. Где тут игрок? Неужели он опять погиб? Так, получили жемчуг край, нет, он не погиб. А, вот, сейчас тут погиб. Точно не тот игрок. А сейчас его отличная возможность скинуть. А он упал.
Окей, на. Да блин, что не. Дайте мне кинуть эндерперл, блин. Окей. Ну, понятно тогда. В принципе, всем спасибо, кто смотрел этот ролик. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать крутые комментарии. Ну, а с вами был я, Фрост. Всем до скорого. Пока-пока.